новость для автовладельцев. Теперь наличие страховки на автомобиль с иностранными номерами при въезде в нашу республику проверяют пограничники. Изменения действуют с 1 мая. Водителям авто с иностранными номерами, помимо документов, дающих право на пересечение государственной границы Приднестровской и Молдавской республики и действительных документов на транспортное средство, дополнительно необходимо предъявлять одну из действующих страховок. Это могут быть полисы ОСАГО Приднестровской и Молдавской республики или Республики Молдова, либо страховой полис системы «Зеленая карта» с указанной в нем территорией покрытия, охватывающей Приднестровье и Республику Молдова. Все подробности можно узнать непосредственно на пунктах пропуска. За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам 9 14 44 или 5 70 70.